Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Ван Панчман. 210 глава. Абсолютное зло. Вестник бездны, несущий отчаяние. Кулак горного потока, крушащего камни, требует знаний о течении бушующих потоков энергии, которых он воссоздает при помощи тела пользователя, а затем вкладывает в кулаки. Способность Гару адаптироваться и копировать техники является продолжением этих потоков. Теперь Гару постиг течение всех энергий и поведение всех сил во Вселенной. Кулак. Истребление жизни. Ядерное расщепление. А? Что на этот раз? Система обеззараживания запущена во всех частях судна. Это предупреждение. Оно означает ядерную атаку. Это напоминает энергетические сферы бомжа Императора. Божественная сила. Эти взрывы такие мощные. Что, черт возьми, там происходит? Сенсей. Чувак, ну что за дела? Ты окончательно испортил мой костюм. Сейчас тебя реально волнует твой внешний вид. Я вижу все твои движения насквозь. Опять разбрасываешься пафосными фразами, как плохой парень перед тем, как получить по лицу? Я чувствую, что способен на все. В боевых искусствах есть секретные техники, называемые шекей, которые одалживают силы природы путем имитирования движений живых существ. Я называю их режимами. Так круче звучит. Например, как тебе этот режим Сайтама? Серия обычных ударов. Серия обычных ударов. Впервые кто-то дал тебе отпор при обмене ударами, ты будто язык проглотил. Сейчас мы, возможно, равны, но скопированные мною техники всегда молниеносно оттачиваются до совершенства. Скоро ты сам станешь лишь моей жалкой копией. А? Чувак, я же пообещал пацану, что не получу ни царапины. Я на твоих глазах почти достиг такой же бесконечной силы, как у тебя. А тебя все еще заботит тот пацан. Это заставляет меня сожалеть о том, что я не успел показать ему, как бессильный герой. Видишь, тебя он тоже заботит. Кулак. Истребление жизни. Не знаю, что это, но думаю, эта штука принесет серьезные проблемы, если коснется земли. Дурак, ты не можешь отбить мою атаку обычным прыжком. Гамма-всплеск.
гамма-взрыв. Это энергия, выделяемая умирающей звездой. И самый разрушительный взрыв во Вселенной. Свет ярче, чем днем. Да, это был чей-то прием. А? Не может быть. А, слишком ярко. Башка кружится. А? Эй, световой флэш. Что здесь делает монстр? Я просто нашел экзотичного зверька, которого можно использовать как фонарик. Ага, это я, экзотичный зверек. Момент. Все присутствующие герои поняли, что вне всякого сомнения источником тех взрывов было это чудовище. Гарроу! Монстр? Это правда охотник на героев? Он превратился в монстра? Это давление. Очень плохо. Я могу ощутить его кожей. Бежать бесполезно. Я, наконец-то, стал им символом ужаса, который вергнет героев в отчаяние абсолютным злом. Спасибо. Гарроу, это ты? Старик, так ты жив? Это форма. Что с тобой случилось? Хотя, я чувствую, что ты снова в сознании. Ты сказал спасибо. Тот монстр что-то с тобой сделал, а? Не совсем. Я всегда был в сознании. Протяни мне руку. Ага, будто старик стал бы со мной нежничать. Даже если ты не пожал мою руку, ты все же коснулся. Так и знал, ты монстр. Думал, если притворишься стариком, сможешь управлять мной как марионеткой. Что ты сделал с моим телом? Я желаю сделать тебя своим аватаром. Что до того, как использовать силу, ты уже знаешь, что делать. После этих слов он исчез, а я едва не отрубился от потока энергии, прошедшего по моему телу. Старик. Однажды ты сказал мне кое-что. Чувствовать течение энергии и становиться с ним единым целым. Вот в чем сила кулака горного потока. Я слился с потоком энергии и научился его контролировать. Так что я правда благодарен. Я сумел не превратиться в марионетку той пузырчатой твари. Поэтому... Я делаю все по собственной воле. Гарроу, что ты собираешься делать? Ты самый крутой герой! Прости, Тарео, пора прощаться. Время вершить зло.